И смотри, а? 2373. Ну а если ты решил забрать вот эту гадюку, просто человек создал именно такой сервер, за который ты убиваешь кого-то, и тебе начисляется статрек. Hey, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И ты, наверное, хотел себе хоть раз в жизни увеличить статрек на твоей новенькой пушке, но не знаешь, как это сделать. И сегодня я тебе сегодня расскажу, как буквально за пару кликов мыши ты просто будешь стоять, отдыхать и увидишь, как твой статрек номер просто вот так вот сотнями набегает. Присаживайся поудобнее. В принципе, я начинаю. Ну а победителем с прошлого ролика на вот эту пушку становится барабанная дробь. Кто же здесь у нас? Монарлен 17. Я тебя поздравляю, дружище. Напиши мне ВКонтакте и подтверди, что это твой тип аккаунт. Ну а если ты решил забрать вот эту гадюку, тебе нужно подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и одного друга пригласить на канал. И в эту среду уже подведем итоги. Сразу отвечу на твой самый главный вопрос. Банят ли за это? За это не банят, это обычный сервер, такой же, как, например, паблик, либо какие-то другие. Просто человек создал именно такой сервер, за который ты убиваешь кого-то, и тебе начисляется статрек. И сразу отвечу на вопрос, что такое статрек. Давай, к примеру, пойдем ко мне в инвентарь и все покажу. Нажимаем на любую пушку, у которой есть вот такой счетчик, и это показатель убийств. То есть, сколько раз ты своего оппонента завалил, столько у тебя и цифрок покажется. Но давай теперь из 1000 мы сделаем 2000, буквально за пару минут. Полетели. Вот в описании ты сразу можешь скопировать connect и IP, после чего открываешь консоль, вставляешь этот connect, нажимаешь Enter. Все, прогружается карта, немножко времени, и мы уже там. Итак, мы на сервере, все, что нужно сделать, это нажать циферку 1, чтобы перейти за тех, за кого нужно. Дальше отправляешься вот в такой бункер с красным, видишь, там огоньком, и ищешь свой калашик. Пытаешься его подобрать, если это возможно вообще так. Ну дай мне калаш-то, ё-моё. Есть, калаш подобрал. Отлично, было очень сложно, но я справился. И теперь самое простое, все, что нужно сделать, это подходишь к террористам, находишь самый лучший, ну, самый такой удобный момент, где можно сразу нескольких валить. Примерно это будет выглядеть вот так. Чуть-чуть пострелять, чтобы, ну, понятно было. Дальше плюс. А так пишешь. Все, и ты посмотри. Сейчас поудобнее я выпрямлю. Так, потому что много людей стреляет, наверное, так будет более... Во, вот так я встал вообще четко. Посмотри теперь вниз. Просто статрек нереально летит. Давай я немножко так спокойненько посижу, никуда смотреть не буду, буду смотреть только прямо и промотаю буквально пару минут, и ты увидишь, как быстро статрек поднялся. Наша задача сделать 2К вместо одного, который у меня был. Ну, в принципе, я думаю, все, этого более чем достаточно, там уже почти 200, сейчас 2200 и так далее пойдет. Но смысл ты понял, я тебе донес охренительную информацию, где ты реально можешь свой статрек, который ты только что купил, сделать такое ощущение, как будто ты уже с ним несколько лет играешь. Все, пользуйся на здоровье. Я стараюсь для тебя делать очень годный контент, но меня смотрят 70% без подписки, ты сам понимаешь, это очень большое число. Моя вообще мечта к концу года это 100 тысяч подписчиков, поэтому, дружище, подпишись, поставь лайк, пригласи своих друзей, покажи им меня. Я им уверен, тоже понравлюсь. Поэтому, братик, давай, выполни вместе мою мечту. Ну а дальше я для тебя буду пилить годный контент. Договорились? Погнали. Ну давай пройдемся по карте и посмотрим вообще, что здесь есть. А здесь есть очень много интересного. Когда ты появляешься сзади, здесь выполнение достижений по оружию. То есть ты как раз берешь вот из этой комнаты оружие, которое тебе надо. Ты можешь также выполнить достижение, либо набить свой статрек, как я уже это показал. Кстати, давай сразу возьмем М-ку, чтобы на будущее мы тоже, видишь, статрек у меня тут есть. Мы также его покажу тебе еще раз набьем. Тут выполнение достижений. Это мы смотрим как раз дальше. Здесь ты можешь за закладку бомбы получить достижение, либо за разминирование бомбы ты можешь также получить достижение, либо достижение получить, за спасение заложников. Чё, летим еще немножечко, еще раз покажу вам, как уже на М-ке немножечко, так скажем, статрека поднабить. Окей, летим, тут также и молики можно выполнять, и вот эти вот, как он называется, Зевс и так далее, это все тоже выполняется. Но мы находим хорошее местечко, я тут знаю вот это царское, вот здесь. Начинаем немножко стрелять, чтобы посмотреть, что статрек идет, плюс пишем опять атак. И все. И набиваем крайне быстро. Просто молниеносно. Куда делся чел только что был? Значит, надо поближе вот сюда подойти. Вот так. Во. Вот так вот. Смотри, как летит, а, статрек быстро. Быстренько также набиваем. И, в принципе, все. Ты уже понял. Ну и да, для подтверждения заходим, смотрим и смотри. А? 2373. Поэтому это действительно работает. Кстати, хочу напомнить, у нас есть Дискорд-канал, у нас есть группа с мемасами, у меня есть Инстаграм, где я пилю свои истории, и есть вот этот розыгрыш, где в среду мы уже подведем итоги. Ну все, давай, пока-пока, а ты посмотри вот этот годный видос.